Систему для защиты научно-интеллектуальной собственности создал Сибирский федеральный университет Красноярск, Россия. Блокчейн-платформа позволит авторам научных работ обмениваться результатами исследований, разработками, чертежами, схемами, моделями и формулами. Система автоматически будет закреплять за автором права на размещенный им интеллектуальный объект. Пользователи же получат свободный доступ к данным для использования их в некоммерческих целях. Платформа будет объединена с библиотечными системами университетов, благодаря чему к ней получат доступ преподаватели, студенты и ученые. Реализация проекта рассчитана на 3 года.